Впервые спортсменам со всего Крыма предоставилась возможность пройти маршем на 1 мая. Личная колонна, представители различных секций, море позитива и амбиций – это мощь и гордость нашего полуострова. Люди труда. Люди, которые стали нашей с вами гордостью. Симферопольское парадное шествие уже давно стало традицией, доброй и любимой. Участники парада – дети и взрослые, представители разных отраслей. Несмотря на еще холодную весеннюю погоду, в этот знаковый день шли все вместе, всем городом. Не отличились и спортсмены. Каждый вид спорта, который на сегодняшний день функционирует в Симферополе, был отмечен. Здесь и баскетболисты, и футболисты, и волейболисты, и фехтовальщики, и представители различных видов единоборств, а также организаторы и участники Ассоциации спортсменов Крыма. Да, я принимаю участие в первый раз в таком роде мероприятий. Очень нравится, что люди как бы собираются, двигаются какие-то свои направления, движения. Мы со своей как бы, Ассоциацией спортсменов Крыма тоже собрались и решили поддержать этот праздник. Ассоциация спортсменов Крыма принимает впервые участие в Дне труда 1 мая. Вот. День труда и спорта мы непосредственно организовали нашу колонну. Юным спортсменам желаю высших достижений в спорте, в труде, в здоровье. И чтобы всегда вот такой день каждый спортсмен имел силы и возможности непосредственно реализовать себя не только в спорте, но и показать себя на таких больших крупных мероприятиях, как 1 мая. Вот. Потому что спортсмен – это и есть трудящийся человек, который трудится над своим физическим состоянием, физическим здоровьем. Нет предела совершенству. И если у вас живет дух спорта и стремление к развитию, совсем не важно, в какой возрастной группе вы находитесь. В праздновании 1 мая приняли участие не только люди старшего поколения, но и дети, что своим позитивом и спортивной подготовкой могут составить должную конкуренцию любым опытным спортсменам. Мероприятие хорошее, очень много людей. Много видно, что собирается, народ подтягивается, как бы народ заинтересован, как бы хорошее мероприятие. Ассоциация спортсменов Крыма – это организация, которая предоставляет, не то что предоставляет, а лоббирует интересы спортсменов, спортивных организаций. Мы молодая организация, но перспективная. 1 мая – это не просто парад и возможность спортсменам показать себя. Это дань и уважение в первую очередь тому месту, где и происходит то самое развитие и привитие навыков здорового образа жизни окружающим. Есения Крольман, Александр Кветный.